Девушка, здравствуйте, а можно мне Ласси, пожалуйста? Извините, у нас бар, у нас лассо не продается. Девушка, Ласси, пожалуйста, можно? Подождите, Лесси... Лесси это собака такая, да? У нас с собаками вход запрещен. Вы за стол садитесь, меню посмотрите, я подойду. Господи, девушка, смешайте мне уже, пожалуйста, воду с кефиром. Ну так вы бы так сразу и сказали. Представляете, у нас вчера один приходил, камбучу просил. А у нас только чайный гриб. Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить необычный напиток. И, возможно, вы о нем никогда не слышали. Кто знает, что такое ласси? Пишите в комментариях. Ну а кто не знает, ставьте лайк и оставайтесь с нами. Не пугайтесь этого названия. Ласси – это традиционный йогуртовый напиток, распространенный в Индии. Такой же напиток делают в Пакистане и подают в ресторанах Таиланда. Традиционно ласси делается на основе кисломолочных продуктов, например, ряженки, йогурта или кефира. Использовать мы сегодня будем манго, натуральный йогурт, перец чили, бадьян, ананас, немного мяты, воду и специи – тмин, мускатный орех и кардамон. А использовать мы будем обновленный блендер Dream Samurai. Кстати, обратите внимание, у него появились режимы, один из которых мы сегодня будем использовать. Как мы делали йогурт в дегидраторе, смотрите вот по этой ссылке. Ну а мы начинаем. Берем йогурт и разбавляем его в пропорции 50 на 50 с водой. Воду можно взять минеральную, без газа. Такой вариант лучшим образом влияет на наше пищеварение. Выбираем первый режим. Он подходит для смузи и длится 30 секунд. Этого нам вполне достаточно. Теперь нам нужно взбить эту основу до однородной массы. И лучше всего это делать блендером, а не вручную. Потому что при хорошем взбивании йогурт меняет свою структуру и гораздо лучше усваивается нашим желудком. А при ручном взбивании такого эффекта, к сожалению, не добиться. У нас с вами получилась смесь, которая в Индии называется дахи, основа для всевозможных его видов. Начнем с классического пряного ласси. Для этого в нашу основу добавляем тмин, зиру, мускатный орех и немного соли. Остаемся верны первому режиму нашего самурая. Такой напиток будет наиболее полезен для людей, которые страдают вздутием живота. Также он станет настоящей находкой для тех, кто хочет скинуть лишние килограммы. Первый ласси готов. Далее предлагаю вам необычный пряно-сладкий вариант ласси. Он порадует вас необычным вкусом и поднимет настроение. Для начала очистим манго. Для этого разрезаем его пополам, минуя косточку, и делаем вот такие надрезы. Выворачиваем манго наизнанку и теперь спокойно срезаем кубики. Теперь берем 350 мл нашего дахи, добавляем манго, немного кардамона, мускатного ореха и мята по вкусу. Смешиваем все ингредиенты на первом режиме и наслаждаемся индийским десертом. Посмотрите, какой приятный цвет. И пахнет очень вкусно и свежо. Так, соленый был, сладкий был. Теперь давайте добавим немного остринки. Для этого смешиваем в блендере 350 грамм дахи, 100 грамм ананаса, можно консервированного, и добавляем маленький кусочек перца чили. Ну, кто хочет, может добавить и больше. А, еще немного бадьяна, буквально пару лепесточков. Ну и повторяем все по отработанной схеме. Вы уже знаете, что блендеру достаточно всего 30 секунд для однородной консистенции напитка. Готово! Такой напиток можно пить как перед едой для хорошего аппетита, так и после еды для хорошего пищеварения.
А также он хорошо подойдет вместо еды, когда вы решили устроить себе, например, разгрузочный день. Вот перед вами три совершенно разных, но абсолютно потрясающих в своей индивидуальности напитка. Ну что, если честно, я уже во время готовки попробовала каждый из этих напитков. И что я могу сказать? Сначала я попробовала классический, и он мне реально понравился. Ну, это было необычно, потому что кефир со специями я никогда не пила. Вот, это что-то похожее. Потом я сделала второй. Попробовала и подумала, вау, какое сочетание мяты, специй и манго. Мне он понравился еще больше. Но когда появился третий, я поняла, что мой фаворит это третий, потому что когда ты его пьешь, ты чувствуешь сладкий ананас, и потом тебя догоняет уже какая-то остринка. Но в любом случае, все это очень вкусно, все это очень необычно, и поэтому я хочу сюда позвать своих коллег, чтобы они тоже это попробовали и сказали свое мнение. Ты знаешь, что такое лассо? Кто? Я слышал, что такое, но не помню, что я пробовал. Я знаю, что такое лассо. Но не ласси. Не ласси. Что-то такое знакомое. Да. Тут какая-то специя их, вот эта классическая как раз-таки. Что-то кисленькое. Я даже не знаю, на что он похож. Я понимаю, что я это что-то ела. На что же это похоже? На укроп? С... даже не с кефиром, а с ряженкой, разбавленной водой. Из чего это сделано? Это, наверное, какое-нибудь ореховое молоко, но я не могу понять, какое. Наверное, миндальное. Очищенный миндаль. Или кефир вообще. Но мне кажется, это кефир с, с какой-то специей. А, вообще похоже на кефир. Такой же, или на ряженку, что-то такое молочное. Блин, я не знаю даже, что это мне напоминает. Все, давайте дальше. Ого. Это что-то интересное. Это поинтереснее. Это очень освежающе. Такое ощущение, что здесь огурец. Этот еще более кислый. Тут чувствуются травки. Ну, он сам по цвету зелененький. Думаю, что там что-то травянистое. Ну, прикольно. Какой-то рассольчик. Индийский рассол. Это, наверное, базилик или что-нибудь такое. Не знаю, это, наверное, какая-то петрушка. Петрушка, какой-нибудь тоже молочко и зелень. Вот, три компонента. Мне этот побольше понравился. Прямо вот класс. Это похоже на милкшейк. Чисто внешне. Ой, очень, очень специфично. Что-то... Не могу понять. Более сладкий. Но есть острые нотки, как будто какого-то перца. Очень интересный вкус. Тут еще перец, наверное, да? Что-то такое остренькое есть. Первое невкусно, а потом начинаешь пить и вкусно. Это идеально подходит, когда ты переел в индийском ресторане, даже индийская еда, для того, чтобы как-то освежиться. Я пила, да, это похоже, чем-то напоминает тан, вот это тан, айран, как вот это кисломолочка, если добавить сюда газировки, будет очень вкусно. Вот мой выбор, мне больше всего понравилось вот номер три. Наверное, мой фаворит зелененький, но этот отличается тем, что он более сладкий. Вот. Наверное, вот этот понравился. Классика. Ребят, если вам понравилось это видео и вы открыли для себя новый напиток Ласси, нам будет очень приятно, если вы поставите нам лайк. Ну а может кто-то из вас увлекается Индией и любит этот напиток и делает его по своему рецепту, мы будем очень рады, если вы этот рецепт оставите нам в комментариях. Идите в ногу со временем, питайтесь правильно и вкусно и готовьте вместе с Рамит. Всем пока! А, все?